Плазменный шар – это декоративный светильник, представляющий собой стеклянную сферу с электродом внутри. На электрод подается высокое напряжение, вследствие чего происходит свечение лампы в виде молнии или разряда электричества. Это и есть свечение плазмы. Внутри стеклянного шара находится разряженный газ или их смесь, в зависимости от которого свечение приобретает тот или иной оттенок. В процессе работы плазменный светильник не нагревается и потребляет малое количество электроэнергии. Что странно, потому что когда я его трогал, мне действительно было горячо. Но одно остается неизменным. Плазменный шар – это необычно красивый светильник, который придется многим по вкусу. До свидания.